Здравствуйте. Валейкум салам. Мен Такымрат Важансулу, Карабастан Республикасын Тақтакөпі районда туылдым. Ох, молодец! Неч яшсыз? 11 яштамын. 11 яштасыз. Сіз біздің көрсетуге қандай яңгелік білен келдейсіз? Нама білен қайрон қалдырмақшысыз? Мен гимнастиканың қиын түріклерін ішлеп бермақ. Мархамат, сізге омын? Резинадан и борат мысыз. Да, говорит. Молодец. Я же... Тлюнгех, у меня язык заплетается. Сгеман ха ха. Рахмат. Ну, я говорю, да. Манам сізге ха дейма, сізді уштаха, кейінгі басқышты, сізді хайратты қалдыратген номерлерден тұқып аламыз. Рахмат сізге. Это вообще, я аж этот, она была первый раз, поворот такой. Да, да, и раз голова с этой стороны. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие гости, добро пожаловать в солнечный Душанбе. Ничего себе, спасибо большое. Как вас зовут? Меня зовут Мубина. Мубина, очень красивое имя. Сколько вам лет? 22. Где вы работаете? Я стажер в ООН. О! Ну что, вы настроены? Я настроена. Это вы так настроены? Чуть-чуть волнуюсь, но... Давайте отпускаем волнение на раз, два, три. Вы настроены? Настроена. Давайте вперед тогда. Давайте. I've heard that you settled down, that you found a girl and you married now. I've heard that your dreams came true. Guess you gave the things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? And like you go back, oh, I from the light. Hate to turn up out of the blue, what about it? But I couldn't stay away, I couldn't fight it. I hope to see my face, that should be reminded that for me,
isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts. Вы молодец, вы не только красивая, но вы еще и красиво поете. Ура! Спасибо большое. Ну, Бина, сложная песня и требует очень профессионального исполнения. Ты очень обаятельная, очень сценичная и хорошо спела для нас. Спасибо тебе огромное. Браво, Мубина. Мне очень понравилось. Вот у вас чувствуется вот эта сила голоса. Очень чисто спели. Прекрасное исполнение. И еще харизматичная такая. Спасибо. Красавица. Большое. Спасибо. Мне понравилось. Это очень важно. Спасибо. Насколько я знаю, вы поете тогда, когда никого нету рядом с вами, да? Вы так любите в тишине петь? Да, вы меня раскусили на самом деле. Правда, да? Это правда. Я вот, для меня это очень важно, как бы. Возле вас я очень волновалась, и я не знаю, как. Но все равно я сделала это. Я считаю, что. Ребята, она очень правильно спела, как она дышала. Очень профессионально. На самом деле, вы знаете, вот говорят же, когда талантлив, то он талантлив во всем. Но такой бриллиант должен светить здесь. Спасибо в Центральной большое. Азии. Спасибо. Голосуем, голосуем. Я вот смотрю на Мубину и вспоминаю слова из фильма «Как?» «Как сказал наш великий соседик Аркадий Райки?» Да, человек, да? Я говорю тебе «да». Да. Спасибо. Алло, Уди. Понимаешь, что спортсменка? Активистка, активистка. И наконец такая красавица, да? Понимаешь? Ну как мы можем сказать нет? Конечно, да. Конечно, да. У вас 4, да. Вы молодец, вы умничка. Давайте мы вам желаем удачи. Спасибо вам большое за участие. До свидания. Я не верю. У меня до сих пор, не знаю, эмоции зашкаливают. Мам, я участвую в конкурсе. В каком конкурсе? Я прошла все туры и скоро поеду. Я должна радоваться, что ты в конкурсе? Да, наверное, не знаю. Куда поедешь? Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Исмингиз нима? Махмадали Фирдавс. Фирдавс, сіз біласыз, біздің көрсетуді, агар финал босқышы чықып, финал босқышыны ютсаңыз, 220 миллион сом ютуқке еге боласыз, дұры ма? Сіз мұна шу ютуқлы нима қылымақчысыз? Ойымны көзлеріге. Көзлерін дауылеткен. Фуған кім? Gerdişi devran ayırdı üz diyavrından Fon kim gerdişi devran ayırdı üz diyavrından Gamım kim küngülsen bir haber sen
сізге рахмат, өкежуаным. Рахмат. Хазыр есе хамкасыпларымны, фикірлеріні ештамыз. Молодец, у тебя очень хорошая цель, праведная цель. Очень правильная у тебя как бы задача вообще выйти и сделать очень благое дело. Рахмат. И у тебя доброе сердце, вот хочешь маме помочь. Поэтому я хочу тебе дать шанс, я говорю да. Да. Анам сізге хадиман, кейінгі шты басқышты сізден қоршамыз. Рахмат. Рахмат. Альбина, но твоя улыбка уже есть половина победы. Давай, улыбайся, очаруй там всех своей улыбкой. Ух ты, привет, маленькая принцесса, тебя как зовут? Здравствуйте, меня зовут Альбина Заматовна, мне 6 лет. Ой. У тебя братики и сестры есть? Есть братик. Маленький? Ему 3 года. Он у меня хулиган, все время разбрасывает все. Мамин телефон из 7-го этажа выкинул. Вот так вот вам. Это правда? Все расскажет. Ты молодец. Ай, молодец, Альбина. Я буду стих рассказывать. Стих называется «Пойду схожу за счастьем на базар». Автор Лариса Рубальская. Пойду, схожу за счастьем на базар, а после в супермаркет за удачей. И что с того, что это не товар? Я попрошу еще любви без дачи. И извести мне, пожалуйста, грамм 100 до совести, что с края полка ниже. Просрочно? Ну ладно, я потом куплю в другом марке. Вижу, вижу! Есть скидки для меня. Давайте доброты. Насколько хватит? А есть у вас от злых людей бронья? Что-что? На это деньги жалко тратить. А средства есть от жалости у вас? Микстура от тоски, сироп от скуки. Продайте мне еще вот этот шанс и крепкую настойку от разлуки. Нет, счастья на базаре не купить. Но если мы научимся делиться тем самым счастьем, любовь дарить, то все плохое просто испарится. Браво! Она молодец! Ты даже не представляешь, сколько ты сейчас счастья нам подарила. Давай послушаем моих коллег, что они скажут, насколько они стали счастливыми, да? Да. Алаудинаке? Дорогая Альбина, спасибо тебе за этот стих, за это исполнение. Ты у нас чудо, ты молодец, Алаудина. Это аплодисменты тебе. Мне очень понравилось, как ты читала. Прям тронула. Такое стихотворение госпожи Рубальской прочитать в таком возрасте, с таким пониманием всего этого, это очень шикарно. На самом деле оно не продается, счастье. Так, давайте послушаем вердикты моих коллег, Альбиночка. Альбина, я могу сказать только да, да, да. Тысячу да, тысячу. Спасибо. Альбиночка, я тоже хочу тебе подарить большое «да». Спасибо! Я тебе сегодня говорю «да»! Спасибо! Такая волшебная девочка, мы тебе скажем «да». У тебя 4 «да». И ты проходишь следующий тур. Я тебя поздравляю, солнышко. Спасибо всем! Ой, чудо, ребеночек, чудо. Привет, привет. Всем здравствуйте.
Чувствуется, сейчас будет очень жарко. Ну, давайте знакомиться. Как вас звать? Ширин Кусай. Если вы уже готовы, давайте мы не будем вас томить, а потом поговорим. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, тропой. В городе не жить, дай это. Солнце мое вскрит. Можете сначала поставить? Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Я не понимаю этот минус. У меня со слухом проблемы, правда? Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле, в бою. Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукой в строю. Вот как-то так, да? Ничего, бывает. Это твои внутренние переживания. Ты уже начала сдаваться, выплывать. Ну, давайте по порядку. Реально, перед вами стоит человек больной по полной программе. Двойной конъюнктивит. Все тело в болячках. Еще и плюс к этому я заболела. Пока ждала здесь, вообще чуть не сдохла. Нормально так. Просто со срывом вышла. Это все... И еще плюс плохой слух. Отлично. Знаете, почему вам нажало X? Потому что вы вначале как бы не спели. Вы как бы немного растерялись, музыку не слышали. И как бы это... Что-то вам мешало, поэтому... Чисто по вокальному мне очень понравилось. Мне нравится ее тембр, как она высокие ноты брала. И молодец. Ширин, у меня такой вопрос к вам. Если вы знаете, что у вас столько минусов, зачем вы здесь? Зачем вы вышли на сцену? Раз вы знаете, что у вас столько минусов. Так я выступала уже в таком состоянии. Выступаете? Вы думаете, сейчас выступили? Нет. Нет? Вы просто выходите показывать себя, зная, что вы не подготовлены, что у вас нету слуха, но при этом вы стоите на сцене. Уважение к зрителям, а не так, что вот вышла такая, а вот вы знаете, у меня, я знаю, что у меня нету слуха, у меня болезнь, у меня болячка, у меня вот это. Короче, я никакая. Это что? Это уважение к зрителям и к жюри? Нет, я не об этом говорю. Я пою эту песню в любом состоянии. Вы ее не спели. Сейчас я ее не спела. Это правда. Спасибо вам. На себя злиться не надо там. Чтобы уметь побеждать, надо уметь и проигрывать красиво. Конечно, я бы хотела дать ей шанс, и я говорю да. Мой ответ ясен, я говорю нет. Я тоже скажу тебе да. Пока я говорю нет. Тебе два да и два нет. К сожалению, ты не проходишь я следующий тур. Спасибо всем. Чао, ариведерчи. Я просто, я возмущена, реально, она не уважает сцену. Это защита, это же защита. Она вышла и не попала.
Она просто облажала. И у нее внутри там все началось. Шири, но зато вся страна знает тебя. Не, не надо, пожалуйста, вырежьте меня. Нет, никого вырезать не будем. Ширин, на самом деле, ну тебе ли не знать, что иногда проигрываешь гораздо лучше победы и дает больше опыта? Такой проигрыш? Нет. Позор, позор. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.